Самая платная из всех бесплатных игр, а заплатив, откроются новые уровни, которые будут идентичны бесплатным. Лол, потому персонажа у каждого есть фишки, но энергия, которая для этого необходима, восстанавливается часами. И всего лишь 10 штук. Не игра, а шляпа, а создатель Пи... Замечательная стратегия, но предпочитаю, когда много факторов приводят к победе, а не 4 усилителя. Вот, идем дальше. Неплохо, но цена за компанию нереальная. Надо быть скромнее, ребята. Еще написали так: вы можете узнать всю историю полностью. Ну какую еще историю? Компания — это всего лишь набор карт и не более. За это не более 4 баллов. Так, дамы и господа, вы, наверное, не поняли, о чем и о какой игре я вообще сейчас вам расскажу. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек. Сегодня у нас рубрика «Чё там в Google Play?». И сегодня у нас будет много разговоров, потому что мне нужно именно вам задать вопросы. На самом деле игра залипательно интересная, я надеюсь. Но комментарии под этой игрой меня реально не порадовали. И, возможно, это супер какое-то донатерское говно. Ну, утверждать ничего не буду. Может быть, игрушка и понравится. Давайте, пока я буду с вами разговаривать, я поставлю на загрузку. Меня зовут Саша. Вы, как обычно, ставьте лайки, если хотите увидеть второй выпуск по данной игре. Наберем, не знаю, может, 500 лайков. Тогда обязательно сниму вторую серию. Короче, об этой игре я узнал на каком-то сайте. Может быть, на StopGame или на 4PDA. Я не помню. И она меня, знаете, чем привлекла? Тем, что я когда-то, давно, еще на каком-то первом своем Android-телефоне играл в подобную игру. Там фишка заключается в том, что у тебя, к примеру, там 3 замка твоих, 5 замков на карте принадлежат никому и 3 замка у противника. И каждое какое-то определенное время генерируется, скажем так, ребятки, ваши войска, и чем больше у тебя замков, тем больше у тебя войск, и ты отправляешь свои войска на другие замки, и идет жесткая заруба, и тебе надо успевать отправлять всю эту фиговину, свою армию, причем как-то, знаешь, мутить так, чтобы это было, ну, блин, тактически верно, да, в каких-то замках оставлять войска, в каких-то нет, и какие-то замки отдавать, какие-то, блин, наоборот, забирать, чтобы у тебя войска росли. То есть была реально интересная игра, но очень простая. Буквально на часа 3-4 я залип и все. И увидел обзор на каком-то сайте этой игрушки. И это то же самое, только все намного круче и дофига всяких плюшек. Сегодня проведем обзор. Так, погнали. И еще момент. Еще момент, друзья. У меня к вам вопрос. Некоторые игры на моем канале будут появляться за денежку. Я буду брать за обзор денежку, скажем так. Какие-то игры у меня появляются просто, когда, к примеру, если вы скачаете по моей ссылке игрушку, то я получу какую-то копеечку. И какие-то игры, большинство я буду снимать просто, которые вы будете писать в комментариях, мне советовать. Но мне интересны именно новые Google Play-овские игрушки. Интересные, необычные, трешовые. Вот. Короче, 3 варианта, да? Но хочу вас сразу предупредить, что если игра говно, она мне реально не понравится, и в игру я не смогу залипнуть на час, к примеру, то обзора какого-то положительного об этой игре не будет. То есть, неважно, какие там деньги, неважно, будут мне платить за скачивание или нет, если игрушка мне не понравится вообще, да, то, понятное дело, я снимать ее за какую-то копеечку, даже за скачивание не буду. Ну, а если игра не понравится, и мне за нее никто, скажем так, ничего не предлагает, то, понятно, канал появится. Короче, тема такая. Чтобы быть честным по отношению к вам, вы можете понять, вы можете не понять, где там за деньги происходит, где нет. Напишите мне в комментариях, оставлять плашку на видео, то, что в этом видосе находится product placement или нет. Но, с другой стороны, когда ты просто делаешь обзор честный, и да, ты получишь копеечку за скачивание, ну, тоже такое себе. То есть, ну, как бы, есть, конечно, определенные суммы там, где даже если игра мне не понравится, я ее все равно буду нахваливать, друзья, но как бы за деньги говно я тоже впихивать не буду. Но вы напишите, надо вам это, не надо. Ну а мы переходим непосредственно к игре. Перед тем, как попасть в настоящие битвы, сыграем несколько тренировочных матчей. Приступим. Ну давай, приступим.
Да, и не забывайте поддерживать лайками. Если вам нравится, если вы хотите ежедневные какие-то обзоры Google игрушек или каких-то необычных игрушек трешовых. Так. Ну да, тут примерно такая система. Видите, у нас тут 150 единиц войск. Мы заняли, скажем так, замок. Ну тут у нас, правда, грибы. Давай дальше идем. Так, 88... А я только единственное не понимаю, почему не А, коснитесь, чтобы продолжить. Но чем выше уровень деревни, тем быстрее она производит солдат. Да, все-таки я не ошибался, друзья. Солдаты производятся. Дважды касаемся деревни, и мы ее улучшаем. Слушай, достаточно легкое управление. Окей. Окей, увеличивается время производства солдат. Давай сюда нападаем. И у противник, видишь? А, ну тут противник какой-то слабенький. А, то есть мы не можем пройти. Нам надо сначала... А почему он не направляет? А, ну два раза нажал. Еще раз улучшил. Улучшение увеличивает скорость производства юнитов. Уровень защиты и вместимость деревни. Окей. Еще раз улучшил. Еще раз улучшил. О, у нас карта. А, вот, смотри, ход противника. Но он будет должен происходить одновременно с моими ходами. Как я понял. Ну, пока проходим обучение, ну, посмотрим. Так, мы заняли... Тут пока что непонятно. Смотри, копятся войска. Где-то по максимуму, где-то нет. А, ну все, да, я могу тоже одновременно отправлять. Чё я туплю? Как будто, знаешь, как будто это пошаговая стратегия. Давай улучшаем, только я не знаю, за какие ресурсы мы это улучшаем. А, мы улучшаем это за солдат. То есть, когда мы улучшаем, солдаты теряются. Так, давай все фигачим, все улучшаем. Нам надо много войск. Отправляем подкрепление. Так, вот сюда. Это сюда. Ну, мне нравится, но очень много жалоб на игру, то, что там конкретно завязано все на донате и даже покруче, чем в битве замков. Но я просто всегда вот, ну, не то, чтобы я искал подобную игру, но просто в подобные игры я играл. Вот это что мы сейчас захватим, неизвестно. Так, кузница увеличивает показатели вашей защиты и атаки. Чем больше у вас кузниц, тем выше показатели. Окей. Ну и, ребят, я для удобства вам, наверное, все равно ссылку оставлю в описании этой игры. А, хоть и за ваше скачивание мне ничего не заплатят. Вот так вот. Вот такая жадная мразотная скотина. Ну мне нравится, ребятушки, ну мне нравится. Ну такой бац-бац-бац, туц-туц. Так, давай все улучшим. Слушай, нормально, в принципе. И удобно сделано, да, там... А, так, где-то у нас... Где-то у нас максималка, где-то нет, я не понимаю. Слушай, ну давай быстро это занимаем. Но это обучение, еще очень легко. Тут самое главное, тут есть PvP-режимы. Смотри, оп-оп-оп. И сейчас мы столкнемся уже. Давай, всех сюда. Все войска сюда. Все на фронт! Все на фронт! Все на фронт! Смотри. Мы скапливаем силы, друзья. И теперь просто давай, не знаю, на башню. Все на башню, чтобы у него шансов не осталось. Вот так вот. Башни убивают вражеских солдат, попавших в радиус их стрельбы. Давай. Окей. Коснитесь, чтобы продолжить. Сейчас мы эту башню просто зарубим. Мы ее зарубим к фигам. Ребят, лепите лайки. Хочется мне пока что... Пока что мне хочется снять второй выпуск по данной игрушке. Вот пока что вот так вот. Башни обладают повышенным уровнем защиты, но, как и кузницы, не способны производить юнитов. Но это я знаю, да. И в прошлой какой-то игрушке было, в которую я играл. Так, снова стягиваемся. Это мы... А, мы улучшить не можем, там нету юнитов. Стягиваем все силы. Башню мы заняли. Ну, видишь, пока что тут тупой компьютер, и он нам ничего не может сопоставить. Мы тут сейчас вот так вот на изи все захватим. Смотри, оп. Оп.
Так, я надеюсь, вы звук слышите. Надеюсь, я не накосячил со звуком. Ну все, изи. Так, слушай, у нас не получ... смотри-ка, они контратаку произвели. Мы хоть у них базу и отжали, но при этом они выбежали и успели башню нанять. Но это занять башню, вы понимаете, это проигрышный вариант. Потому что, скажем так, елочки-то палочки, башня-то не производит юнитов. Давай дальше, на карту. Надеюсь, не на мою банковскую карту. У нас тут компания идет, да, я так понял? Ну тут, я читал по поводу этой игры, тут дофига всяких вариков, что-то там прокачать, какого-то персонажа выиграть. Короче, но также читал много комментариев о том, что испортили игру обилием доната, что как бы и так все норм было бы. Ладно, нам сюда? Ну давай, в бой. Давай, вот уже вроде нормальные бои должны пойти, да? Добро пожаловать, Mushroom Wars 2, воин. Окей. Перед тем, как попасть в настоящие битвы, сыграем несколько Слушай, ну тут такое же, да? Ну, блин, ну мне по приколу, друзья. Затягивает игрушка. Затягивает, давай-ка. Так, посидеть, порасслабляться. В игре два режима. Мультиплеерных боев 2 на 2 и игра на рейтинг. Играя на рейтинг, вы соревнуетесь с другими игроками. Слушай, давай пошли в рейтинг. За каждую победу вы будете получать сундук. В сундуках вы найдете компоненты, необходимые для улучшения героев. Души для открытия новых. 2 на 2 рейтинг. А что значит 2 на 2? Типа с другом? Так, у меня нету трофейных, да? На этом экране полный список героев. Со временем вы разблокируете каждого. Количество звезд под героем обозначает его текущий уровень. Окей, понятно. Давай рейтинг. Ща мы там отхватим, наверное, да? Отхватим, друзья? Или нет? Или не отхватим? Я надеюсь, дадут такого же нуба непрокачанного, как и я. Но я-то тему знаю, я эту фишку прохавал. А где я? А, слушай. Это тут странно. А, я синий? Я голубой? Блядь, у меня семья, дети. Почему они меня такими сделали? Так, мы захватываем башню. Я упустил время. Моя главная ошибка, я упустил время, друзья. Понимаете? Я упустил время. Так, слушай, с юнитами у нас тут, конечно, все грустнее. Что они там какую армию уже замутили-то, а? А, я не добил! Я не добил! Вот в чем проблема. Давайте добивайте. Ну, там 3 солдата осталось. Да, все, мое. Так. Вот тут уже поинтереснее. Ребят, тут уже поинтереснее. А, это мы улучшать не можем. Так, это мы можем улучшить. И это мы можем улучшить. Так, теперь всех сюда. Я, видите, я опаздываю. Я не успеваю все занять. Я не успеваю все занять. Но давайте мы башню займем. Это будет фронт. Это будет фронт нашей битвы, как я понимаю. Так, башню я занял. Отлично. Давай в кузницу. Так, вы все в башню идите. Вы все в башню идите. Давай вот так вот. Вот так вот. Потому что ща будет мясо. Так, это мы улучшим. Надо улучшаться. Надо больше войск. И теперь вот так вот делаем. Чё, сучёныш? Не ожидал? Так. Этих. Оборону занимаем. Слушай, можно по всей карте, короче, фигачить. Все, давай. Так, этого вот сюда. Слушай, не видно, да, сколько вражины там, да? Ой, сейчас там месиво. Так, это... Ага, непонятно, что мы тут можем сделать, что не можем. Так, пока что держим фронт.
пока что держим фронт и улучшаемся. Это можно улучшить? Нет, это нельзя улучшить. Окей, окей, окей. Слушай, изи, изи, друзья. Изи, вот, вот что тут самое интересное. Тут месиво с другими чуваками. Давай, давай, давай. Ну, видишь, будет уже проблема, когда все будут такие крутые, прокачанные. Давай на подмогу. Ай, блин, я лоханулся. Сейчас у меня заберут, да? У меня там два осталось только. Но я башню занял. Надо в башню тоже перейти. Надо в башню перейти. А, они лошары, они пошли в кузницу. Блин, а у меня нигде, у меня пустые войска везде. Слушай, я прям ва-банк иду. Я прям ва-банк иду, ребята. Ну чё, чувачок, давай ещё поговорим, да? Так, давай в башенку, в башенку. А, и они сейчас эту башню могут захватить. А, они, суки, пошли в башню, да? Так, все. Фиг. А, башню мы не смогли занять. Ясно, тогда держим оборону на зданиях. Держим оборону на зданиях. Так, в башню подмогу. В башню подмогу. Так, кузница, херузница. Слушай, ну пока норм. Ай, блин, я сюда отправил, он тут будет держать. Но ничего, ничего. Сейчас мы накидаем сюда всех. Копим, копим войска. Копим, копим войска. Так, улучшаемся. Что-то как-то медленно все копится. В башню, в башню, в башню. И потом просто, просто, знаешь, просто потом его сметем. Смотрите, я сейчас вебку выключу, чтобы вы это все видели, друзья. Ой, блядь, что я сделал? Нет, 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 я еще юнитов теряю. Стой! А-а-а! Не туда отправил лошаридзе. В башню. В башню. Вот это атака фортов, вот это я понимаю, вот это тема. Давай еще в башню. Блин, я сейчас так все потеряю. Нормально, нормально, собираемся, собираемся, друзья. Чувак уже понял, что ему, скажем так, пришел конец, потому что я очень серьезный противник. Это вам не там письки на заборе рисовать. Так, ну что, устроим месиво, дамы и господа? Смотрите, как мы сейчас будем всех сметать. Я, то есть, уже толком нигде войск нету, я ничего не улучшаю. Ща будет мясо, ща будет мясо. Но мы готовы к войне. Полетели в бой за родину. Так, с башни мы высылаем на башню, а с домов мы высылаем на дома. Вот это, вот это, вот это пошла, вот это пошла жара. Это пошла жара, друзья. Изи, изи, друзья, это изи, изи, слушай, ну, блин, мне игрушка зашла, мне, ну, как бы, понимаете, это первые впечатления, да, потом, знаешь, пару недель поиграешь и поймешь, что это какое-то донатное говно, но, ребятки, ставим лайки, я бы с удовольствием снял бы еще второй выпуск, посмотрели бы, что там еще в ней есть, но вот, тут, смотрите, прикол. Тут еще в Дискорде можно сидеть. Короче, какая-то такая интересность. Мне зашло. Не знаю, как вам. Можно еще повтор посмотреть. Вся хурма. А вот. Я, наверное, уже без вас посижу, попрохожу тут что-нибудь. Ну, как бы позалипать можно. А, и трофейный сундук. Давайте откроем. Побеждай в битвах. Давай. А как сундук открыть? Начать открывать. Понятно. Понятно. Открываем. Начать открывать, давай. Ну. 11 секунд.
А вот этот, побеждай в битвах. Ну, а хорошо, у меня один есть этот сундук. Что-то же тоже должно с него падать. Ну, 2 секунды, давай, открытие. Открыть. Нажми, чтобы открыть. Окей, 3 карты какие-то дали. Что-то там. Ясно, какая-то прокачка. На 107 гемов, 8000 золота. Тут еще. Получаете бесплатно за рекламу или за 330. Так. Угу. Понятно. Ну, тут уже пошли, ребята, цены, да? Тут уже пошли цены. Ну, это всем знакомо. Ну, как говорится, игра бесплатная. Вот. Самая бесплатная платная игра. Ну, не знаю. Короче, всем удачи и пока.